Всем привет, с вами я, Кондрус-1, и это новый выпуск новостей из Яку-Урновска. Сегодняшнее обновление – это долгожданное открытие торгового комплекса Курчатовский. Сегодня четверг, 1 октября, и обзор на торговый комплекс Курчатовский. Он состоит из трех секторов, это Аша, Икея и дальше и главный, и дополнительный корпус с Макдональдсом и магазинами. Что ж, давайте начнем. Начнем с Ашана. Так, внизу у нас такой вот паркинг. Даже тут паркинг. И даже тут, в самом конце. Что, вот такой вот паркинг. Что ж, давайте зайдем в Ашан. Так. Вот такой вот эскалатор. Тут у нас зеленый можно подниматься, красный, то есть зеленый у нас вперед поднимается, а красный наоборот. Короче, зеленый можно, а красный нельзя, короче. Далее тут у нас скамейка, то есть полочки, где можно разложить товар, скамейки, где можно сесть, присесть, отдохнуть. Справочный стол, стойка информации по Ашане. И кассы вот. Кассы всего 3 на... всего такие вот жирные 3 на 3 блока. А касс примерно... примерно где-то 8-9 касс. И то можно сказать, что они такие... толстые такие вот. Так, тут у нас вход. Далее тут у нас замороженные продукты. У нас... ну, вы знаете, там пельмени, мороженое и другое. Далее у нас обычные полочки. Ну, с товарами. Вот такой вот получился обзор наш. Далее следующее дело, это Икея. Упс, извините, ребят, тут я забыл обустроить. Что, давайте White Build устроим. В общем, здесь у нас, типа, магазин, типа, с продуктами из Швеции. Но вы будете писать, что это... это не из Швеции, а из Украины, потому что цвета... цвета Икеи, как цвета флага Украины. Но на самом деле вы ошибетесь, просто Икея, Икея родом из Швеции, а не из Украины. Ну а дальше у нас вот Икея Быстро, ну такая небольшая забегаловка. Так, ну и дальше у нас тут располагаются товары. Вот такой. В общем, мне было лень заново добавлять, я просто скопировал из Икеи на Советскую улицу. И последний сектор у нас. Тут у нас типа Макдональдс вот такой вот. Тут у нас касса. Ну а внутри кухня. Такая вот. Теперь у нас такая декорация в виде речки. Вот. Даже гора такая вот. И речка такая, красив. Снова эскалатор, скамейки, где можно сесть. И дальше магазин. Их всего 4. Но они... извините. Но они одинаковые. В основном они там находят, разве что... магазин одежды, обуви, спортивных товаров. И магазин товаров для детей. И в заключение у нас стойка информации. На случай, если возник вопрос. Извините, ребят, просто. Батончик ем, который шоколадный. Поперхнулся. В общем, стойка информации для того, чтобы столкнуться с каким-то вопросом или что-то потеряли в таком центре. Собственно, вот такой вот получился торговый центр Курчатовский.
Богатым по адресу город Яконовск, улица Фролова, дом 3. Вот он. А проект еще есть. Извини, еще раз, извините. Я еще изначально хотел сделать торговый центр, в котором будет и Ашан, и Икеа одновременно. В общем, теперь количество Икеи, магазинов Икеи, стало всего 3 штуки. То есть на Советской улице, на улице Воеводина и уже на Фроловой. Также и Ашан. Ну, Ашан тоже стало 3 штуки. Этот раз уже один на Советской улице, второй на проспекте Сушиновского, ну и третий уже здесь. А про Макдональдс я молчу, поскольку я не вел подсчеты. Ну, тут примерно где-то 4 штуки. Разве что на Фроловой, в торговом комплексе Курчатский. На улице Космонавтов. На улице Академика Королёва. И в торговом центре Рио на проспекте Сушиновского. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем идеи. И нажимаю на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был я, Куарусси1. Я являюсь основателем и единственным владельцем города в Майнкрафте. Всем удачи, всем пока. Если хотите со мной побыть, то заходите ко мне на сервер. Ссылка на сервер в описании, но требуются моды. Так что за модами обращайтесь ко мне. Дискорд находится у меня в описании. Всем покедова.